сегодня у нас будет с вами обзорчик на любимый Василек. Нам прислал вещички для весны, и сейчас мы с вами примерим, и я вам расскажу и все размеры, и цены. Так что, девочки, давайте примерять обновки. Любимый Василек нас опять порадовал. Ну, первое, что я заказала, девочки, это комплект белья. Вот такой комплект с японской тематикой, девочки. Это я заказала Богдану в подарок. И это полутораспальный комплект. Вот. Цена 1150, девчонки. Ну, вот такой прекрасный. Это бязь, девочки, бязь. Ну вот, отличный комплект и хороший подарок. Также Богдану укороченные носки. Тоже цены, девочки, прям вот, знаете, ну непочемные. Зайдите, посмотрите. Не помню, цену напишу обязательно. Носочки. Также заказала Богдану вот такие шорты. Кстати, я уже брала ему шорты, им очень понравились. За лето они, правда, немножечко выгорели. Вот такие вот шорты, девочки. 48 размер. Вот. Вот такие вот шортики. Здесь также завязочки с карманами. Очень хорошие шорты. Очень хорошее качество. Ему очень понравилось, кстати. Очень понравилось ему. Вот такие шортики. Хорошие шорты. Вот. Хороший подарок. Своим мужчинам на 23-й, естественно. Хорошего качества носки. Я подарила и Славе, мужу Олиному, и своему сыночку, и старшему, и младшему, и племяннику. Качество очень хорошее. Я взяла вот такое вот качество. 80% хлопка. Вот такие носки. Искра. Хорошее качество, девчонки. Очень хорошее. Еще раз говорю. И цвета, и размеры. Зайдите, посмотрите на любимый Василек, и вы все увидите, какие есть там носки. Вот. Ну, потом вот такой костюм домашний. Вот я в нем уже хожу, девочки. Очень мне понравился. Вот такой вот футболочка. Взяла. Взяла 52 размера. Вот. Чика. 700 рублей. Вот такой костюмчик. Вот. Такие вот брючки. Вот такая вот футболка. Домашний. Так, здесь карманы тоже есть. Ну, мне понравился, девочки, очень хорошо. Еще раз говорю, мой рост 1,65 м. Сейчас во мне вес 70 килограмм. Девчонки, надо худеть обязательно. Обязательно буду худеть. Обязательно сниму видео, как я это делаю. Вот стараюсь. Ну, кстати, у меня есть кое-какие рецептики, задумки. Так, девочки, давайте будем вместе худеть. Так, ну вот. Еще раз говорю. 650 рублей, девчонки. Вот такие вот брюки. На манжетике внизу. На манжете они. Вот с такими лампасами. Очень приятный трикотаж. Без всяких веревок. Я, если честно, не люблю эти веревки. Карманы. Девчонки, 650 рублей. Размеры любые. Пожалуйста. Вот. И вот такая вот футболка. Футболка. Так, брюки 52 размер, я сказала, наверное. И футболка 52 размера тоже. Вот такая вот футболка. Так, цена футболки 354 рубля. Тоже очень хорошо сделан, девочки. Вот так вот, вот видите здесь? Ворот так вот сделан. Без карманов, безо всяких, безо всего. Очень такая вот. Вот 52 размер. Я взяла прям не очень хорошо. Ну вот. Сейчас еще покажу, какую футболочку еще себе заказал на лето. Ну, яркая такая, да? Приятная. Очень такая яркая. Хорошая футболка. И вот такая футболка вот, девочки. Розовая. 354 рубля. Называется, по-моему, круиз. Круиз. Замечательно. Так, тоже вот так здесь такой вот вырез. Посмотрите, как сделано все аккуратно, красиво. Ну вот, девчонечки, еще я заказала Оле костюмчик. Тоже посмотрите. Я была в гостях у Оли. Ей привезла это все, показала, подарила. Она тоже очень рада.
тоже посмотрите дальше видео, как я была. Так, девочки, вот еще один костюмчик Оли. Домашний костюм Олюшка Усовушки наша. Вот, девочки, да, да. К 8 марта домашний костюм. Да. Так, цену я напишу, девчонки. Размер я взяла 58. Посвободнее мы взяли, да. Посвободней, да. Ну вот так, может он сядет, подсядет немножечко. Вот такой домашний костюмчик, девчонки. Хороший. Ольга довольная. Да, я очень довольна. Картины смотрите, девочки. ХП. Если вам тут показать все Олины работы, вы просто обалдеете. Девчонки, да, быстренько вам покажу. А вот Джоконда. Да, ой, Джоконда там. Да. Это вот Олиной работы. Да. Вы посмотрите. Да. Смотри, это она все вышивала-то, Оля, да? Да? Вышивка. Да, это вышивка. Мамонька, да. Вы посмотрите, мама, какая она у нас рукодельница. Девчонки, вы представляете, сколько у нее работ. Да, это ой, 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 и сколько не повисли. Оля, да, там в комнате, помните, да? Помните, ну, да, пойдемте, да, пойдемте. Да, на экскурсии, мы на экскурсии. Пойдемте, вот, смотрите, у нее какие тут все, девчонки, работы. Давайте, давайте. О, боже, у нее тут, смотрите, иконостасы какие. Вон, девчонки, это красавчики. Внучочечки, внучочечки. А вот у нее, смотрите, какие красивые работы. Вот какая она у нас рукодельница. Подписывайтесь на ее канал тоже, девчонки. Олюшка Усовушки. Оля там готовит. Ой, батюшки, а у нее тут все, какая красотень. Давайте все покажем работы Олины. Вот как красиво. Он Кармен. Смотрите. Боже, да? Кармен, там Мармен. Вон какая все красота. Ох, здесь какие все. Кармен. Вот. И Кармен. Мы показываем, да, Оле на работу картина здесь девочкам. Да. Ну, вот такая красота. Ну-ка, Оля, еще раз давай. Вот здесь хорошо видно. Угу, домашние. Ну, хорошо, штанишки хорошо, прям очень. Ага. Расцветочка такая хорошая. Свободненькая. Да, какая-то. Ну, все отлично. Да. ХБшечка. Скажи, Оля, подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал, девочки. Правильно. Кто еще не подписан? Олюшка, да? Усовушка, да, на Ютубе. Давайте, пока.